На Тольяттинском пляже дефиле купальников эти ребята плавательный сезон закрывают. И пусть вместо песка под ногами снег, а волны плещутся ледяные наросты. Солнце, воздух и вода – главные составляющие этого прекрасного заплыва. Ничем не болею. Один год не ходила, начала хандрить. Простудное заболевание. Снова начала ходить. Уже 25-й год. Вдохновение появляется какое-то. Как бы хочется жить, работать. Силы появляются. Ну и самое главное, как я стал ходить, что я не болею. Здоровье, хорошее настроение, друзья-единомышленники и завистливые взгляды. Все прячется в ледяной проруби. Этот сезон тольяттинские моржи еще и с медалями завершают. Недавно команда вернулась из Альметьевска с открытого чемпионата Республики Татарстан. Наши земляки показали себя на первенстве самой закаленной стороны. Взяли золото на дистанциях 25, 50 и 100 метров. Самое сложное было то, что команда из двух человек очень проблематично бороться за какие-либо места в командной борьбе. Особенно это касается возможности выставлять команду в эстафете. По условиям соревнований должна быть в командной борьбе зачетная эстафетная команда из четырех человек, включая одну женщину и трех мужчин. И, как правило, все-таки мы в предыдущие годы могли в составе нашей командной борьбы выставлять эстафету. В этом году вот эстафета не получилась. Заплывы в холодной воде уже не просто хобби, настоящий вид спорта. У них все как в обычном плавании. Кроль, брас, строгое судейство и даже отдельные дорожки, только температура воды держится на отметке 0 градусов, а над головой открытое небо. Там обычно пилят прорубь длиной 25 метров на две дорожки, из расчета на две дорожки. Соревнования по зимнему плаванию проводятся по правилам обычных заплывов, обычно как будто бы в бассейне, в закрытом помещении. И дистанции различные, от 25 метров до 300 метров. В этом году моржей спортсменов ждал неожиданный сюрприз. Правила российских соревнований приравняли к мировым стандартам. Теперь старт заплыва производится из воды. Никаких прыжков с края льдины, только спортсмен и его дорожка. Да, в принципе, ничего сложного-то не было, потому что команда из Тольятти ездит туда регулярно на протяжении уже 10 лет. Каждый год проходит в одно и то же время открытый чемпионат Республики Татарстан. Мы про эти соревнования знаем, готовимся и, как правило, хорошо выступаем. Уже в марте смешанную команду «Самара-Тольятти» ожидает выступление на чемпионате мира. Первенство планеты впервые пройдет в России. Наши спортсмены точно дадут бой своим соперникам. А потом моржи планируют взять теплый отпуск. С наступлением весны их пляжный сезон на снегу заканчивается. Это все на сегодня. Будьте здоровы. Всего доброго. Увидимся. Пока.